Еще к моей коллекции семян на этот сезон добавились вот следующие сорта перчиков и баклажанов. Эти сорта я получил в подарок от фирмы «Семена Алтая». Это перец «Етаган». Это селекция именно «Семена Алтая». Вот этот значок, как раз он это подтверждает. То есть нашей местной сибирской селекции. Перчик «Ягуар». Желтый, очень красивый. Перец сладкий, толстый, барин. Я про него слышал, но сам не выращивал. Раннеспелый, толщина стенки довольно большая. То есть очень хороший сорт. Перчик «Вождь краснокожих». Тоже буду пробовать. Перчиков будет в этом сезоне у меня сортов довольно много. Но очень интересно попробовать все. Каждому найду место. Перец Али-Баба. Такой вот интересный сорт. И перчик Золотой теленок. Очень интересное название. Вот такое описание. Вот такие перчики я буду выращивать вдобавок к тем уже, которые запланировал. Кроме того, вот такие еще баклажаны мне тоже были подарены. Это баклажан «Икра заморская». Изысканный вкус, вот пишут. Будем пробовать, раз изысканный вкус. Баклажан «Брюнет». Вот эти сорта мне не доводилось пробовать раньше. Буду пробовать их впервые. Ну, тем более интересно, что они себя представляют. И баклажанчик «Галич». Вот настолько сегодня расширилась коллекция семян этого сезона.